сентябре 2020 года СМИ сообщили о тайной свадьбе 32-летнего актера и певца Алексея Воробьева и известного доктора Натальи Зубаревой. Якобы парочка встречается уже несколько лет, поэтому Наталья часто летает в США, даже несмотря на трудности с авиасообщением из-за пандемии. Папарацци недавно сняли Зубареву и Воробьева сладко отдыхающими у бассейна в одном из отелей в Лас-Вегасе. По слухам, именно там парочка и поженилась, особенно если учесть, что в игровой столице мира узаконить отношения можно едва ли не на каждом углу. Что примечательно, пара возвращалась в Россию отдельными рейсами. Как предполагают журналисты в целях конспирации, так как они до сих пор скрывают отношения от общественности. Сам Алексей Воробьев говорит, что между ними только дружба. Однако парочку за эти годы не раз ловили во время совместного времяпрепровождения. В их аккаунтах Instagram есть много фото, сделанных из одних и тех же локаций. Также стало известно, что популярный доктор недавно ушла с двумя детьми от мужа после 10 лет брака. Несмотря на то, что Алексей Воробьев и Наталья Зубарева прилетели разными рейсами, живут они в Москве под одной крышей. Напомню, что Наталья Зубарева была замужем за Вадимом Павлюниным. У журналистов есть две версии, почему брак распался. Первая – то, что мужу не нравилось все время находиться в тени своей более успешной супруги. Вторая – мужчина изменил жене. Что касается Алексея Воробьева, то он долгое время оставался в рядах завидных холостяков. Артист даже был героем проекта «Холостяк». Впрочем, это не помогло ему устроить личную жизнь. Если вам нравится такой актер, как Алексей Воробьев, то ставьте лайк этому видео. Услышимся!